К новостям спорта. Казахстанские болельщики большого футбола смогут посмотреть матчи чемпионата мира в прямом эфире телеканалов «Казахстан» и «Казспорт». Напомню, мировое футбольное первенство стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. О прямой возможности наслаждаться зрелищем представители телерадиокорпорации сообщили на презентации, где участие приняли как общественные деятели и известные футболисты страны, так и тренеры и звезды казахстанского спорта. Уже завтра начнется месячный футбольный праздник, который проводится раз в 4 года. И это первый раз, когда он совпадает с зимним сезоном, а не летним, как все привыкли. Более того, такие звезды, как Месси, Роналду, возможно, принимают участие в своем последнем мировом чемпионате. Поэтому наши болельщики не должны остаться без трансляции большого футбола.